Всем привет! Сегодня мы приехали в машине магазин. И сегодня мы посмотрим эту машину. Ее зовут Тинку S7. Внешний вид очень красивый. Это скрытые двойные ручки. Это безграмотные двери. Интеллектуальные фары и технологичные задания фонари. Давай посмотрим, машина какой прядет. Это экран. Экран вращается вправо и влево. Здесь есть две платформы для зарядки мобильных телефонов. Это тоже можно оставить две стаканы. Давайте посмотрим на заднее сиденье машины. Это очень большое место для ног. Если вы садитесь, есть около трех кулаков, а для головы около один кулак. У машины есть большое окно. Здесь можно открыть. Наконец, эта машина дешевая и естественно. Если она вам нравится, обязательно ее купите.